Наука утверждает, что при прокачке пресса от блочного тренажера следует отказаться. Вы, конечно, знаете упражнение под названием «скручивание стоя». Его выполняют на верхнем блоке кроссовера. По мнению многих, движение является очень эффективным. Тем более, что тренажер обеспечивает выверенное ступенчатое повышение нагрузки. Достаточно переставить штырь на 1-2 разновеса ниже или выше. Между тем, данное упражнение может стать куда более продуктивным, если вы поменяете блочный тренажер на несерьезный амортизатор. Амортизаторы широко продаются, однако вы запросто можете сделать их самостоятельно из резиновых бинтов. Поверить в такое трудно, ведь рост мускулатуры зависит от величины рабочего веса. Чем он больше, тем лучше. Но какую нагрузку может дать прессу амортизатор, особенно в сравнении с блоком, где разновесы в сумме могут доходить до 100 кг? Однако тренинг пресса не подчиняется линейной логике. Это исключительно выносливая мышечная группа, привычная к долгим статическим нагрузкам. Большим весом пресс никак не удивить. Зато работа на скорость будет прессу в диковинку. Как-никак наша повседневная жизнь течет в пассивном режиме. В отличие от предков приматов, мы не скачем по ветвям деревьев, а просиживаем свой рабочий день за офисным столом. В итоге быстрые волокна пресса впадают в безнадежную летаргию. Между тем, именно быстрые волокна обладают самым большим потенциалом роста, а вовсе не медленные, которые мы привычно нагружаем сотнями скручивания, в том числе и стоя на блоке. Так что, если вы хотите поскорее обзавестись кубиками на животе, вам нужен быстрый динамический темп движения. Стартовать вам следует стремительным рывковым усилием. Но разве такая манера скручивания возможна на блочном тренажере? Вот тут вас и выручит амортизатор. Достаточно перекинуть его через перекладину над головой, и вы получаете предельно безопасный инструмент для прицельного тренинга быстрых волокон. Дорога к самым эффективным скоростным скручиваниям перед вами открыта. Пресс. Гибкий подход. Итак, подъем ног виси. 3 сета по 15 повторений. Отдых 60 секунд. Наклоны корпуса в стороны с гантелями. 3 сета по 20 повторений. Отдых 45 секунд. Скручивание стоя с амортизатором. 3 сета по 15 повторений в подходе. Отдых между подходами 30 секунд. Успехов вам и желанных кубиков!